Привет, друзья! Хочу подарить вам к 8 марта новый рецепт полезного печенья из батата. Итак, вначале батат мы запекаем в духовке до готовности, даем остыть и очищаем от шкурки. Пока откладываем в сторонку и займемся тестом. К растопленному шоколаду добавляю кокосовые сливки, все тщательно перемешиваю. Затем соединяю мякоть батата, шоколадный ганаш, сироп топинамбура и ванильный экстракт. И тщательно все взбиваю погружным блендером до однородности. Овсяные хлопья измельчаю в муку при помощи кофемолки. Добавляю к шоколадной части, тщательно перемешиваю. Далее добавляю соду, гашу лимонным соком, снова тщательно перемешиваю. И в последнюю очередь добавляю кокосовую муку. И затем снова тщательно перемешиваю. Можно добавить вяленую вишню, изюм или вяленую клюкву. Печенье выкладываю на пергамент при помощи ложки для мороженого. Это очень удобно. На каждое печенье выкладываю по орешку. У меня это миндаль. И выпекаю в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 30-35 минут. И напомню, что до 8 марта действует скидка 20% на все мои курсы и книги. Ссылка под видео.